Здравствуйте, друзья, с вами Чеширский кот. Мы поедем сейчас в центр города Краснодара. Вот мы вышли из маршрутки, вон они стоят, вот наша была 7А. Это почти что центр Краснодара. Вот здесь вот постоянно какие-то арматуры торчат. Когда мы переехали сюда в 2018 году, это также было и до сих пор так. Все осталось. Вот такие провода наверху. Вот смотрите, намотано. Здесь с этим делом проблематично, потому что все время рвутся провода, постоянно налить на них, постоянно, выбивает свет постоянно. Что-то меня заклинило на слове постоянно. Вот проходим такой дом. Вот так же люди стоят на остановке. Здесь тоже остановка не оборудована. Просто знают, что тут остановка. Вот, представляете? Как-то так. Вот такие столбы обмотаны чем-то, все грязные. Вот это вот все. Все эти объявления. Все содраны, все уже один на другом наклеены. Здесь много старинных зданий, но они все в плохом состоянии. Вот здесь какой-то проход, вон, видите, какой-то проход под кодом, вот там, да, дальше дворы вот эти все. Ну, короче, сейчас я вам покажу. А то вы думаете, хороший, наверное, город. Мне уже написали, у вас хороший город такой. Ага, такой хороший. Так. Так, вот плитка вся потрескалась, там стекло опасное, кстати, осколком большим торчит. Это может и животное пораниться, и человек, и ребенок маленький, то есть все такое. О, вот это вот здание затянуто вот этим какой-то тряпкой, уже тоже давным-давно стоит. Здесь вот все согнуто, ржаво, ободрано, исписано. Вот эти провода наверху, это центр. Это не какой-то плохой район, это центр. Здесь вот тротуарчик маленький, здесь какой-то огромный забор непонятный. Вот здесь все ржавое, здесь провода висят, там оголенные вообще провода висят. Так, идем, тут еще рынок. Тут еще есть рынок. Так, вот оно вот так выглядит. Затянуто, все никак отремонтировать не могут. О, знаки скотчем прилеплены, видите? Знаки скотчем прилеплены. Вот так. О, зато парковка платная, вот, видите? Так, дальше вон туда еще будет улица Красная. Мы туда еще пройдем, там сегодня выходной день. Это улица пешеходная, то есть там все гуляют вечером по Красной улице. Ну, там бывает интересно. Можно будет пройтись посмотреть. Вот такой рыночек здесь продаются, всякие перекусы, выпечки, самса, слойка, хачапури, плюшки разные, сдобы, кофе, чай, беляши, чебуреки, сосиски, пирожки разные. В Польше пирожки только сладкие, а здесь у нас есть и с луком, с яйцом, с капустой, с картошкой и так далее, с творожком. Копик. Закусочный копик такой недорогой. Ну и как бы можно есть съедобное. Так, это вот такой ларек с квасом, но он закрыт. Вон там кто-то на остановке спит. И дальше тут пошел такой рынок, как Гелда. Тут тоже все можно купить, пройтись. Вот сюда можно сесть на эти столики. Кстати, тут вот неплохо. Вот займы. Постоянно любому раздают кредиты везде, почти что нигде не требуется подтверждение, можно под квартиру, под залог, под автомобиль, можно просто взять, например, какую-то карту кредитовую, снять оттуда деньги, и потом вы должны будете под большие проценты. Так очень много у нас таких должников. Не дебетовую, а кредитную. Ой, кредитную. Хорошо, ежик, ты мне это... Ты мне говори, потому что я могу там перепутать, люди меня не поймут. Вон, смотрите, как все напутано. Вот такие провода. Везде. В городе
более 2,5 миллиона человек. Вот, представляете, и все строят, строят застройщики. Они просто обогащаются. Платят деньги, взятки, их никто не проверяет. И бывает такое, что начинают строить за счет клиентов. Они им заплатили какую-то сумму, они все это бросают и уехали. Никто их не ищет, потому что они знают, кому заплатили. Коррупция страшная. И ничего здесь хорошего нет. Зря вы так подумали на первый взгляд, когда я просто вам показал двор. Это просто двор, где жилье взято в кредит, машины стоят хорошие, взяты в кредит, и потом очень многие не платят. Если не верите, посмотрите, пожалуйста, в этом, в интернете, сколько должны россияне по кредитам по своим. Вот безответственно брать кредит на всякую ерунду. Вот это вот в менталитете россиян, да. Так, сейчас мы возьмем что-нибудь перекусить. Вот тут все сидят, кушают. Можно что-нибудь взять такое перекусить, чего нет в Польше. Так, что вы хотите взять, ежик? Самсу. А, самсу, да, самсы нет. Нет, есть, но только в больших городах. Мы живем в деревушке, там ничего нету. Поэтому мы возьмем самсу. Самса стоит 50 рублей, слойка адыгейским сыром 40, слойка сосиской с капустой 40, сэндвич 80, слойка сдобная, брусника, творог 30, слойка с ягоды 28, пирожок с вишней 37. Вот я вам показываю цены. А вот они, эти цены. Вот. Беляшек, кстати, нет цены. Как это? Он бесценный, наверное. Так. Так, ребят, находимся на улице Красной. Эта улица, она на выходные является пешеходной. Вот там памятник, туристы. Видите, фотографируются туристы. Это памятник. Казаки пишут письмо турецкому султану. Такой вот памятник интересный. Так. Вот все гуляют. Пойдемте сейчас тоже по этой улице, по Красной. Так, пойдемте. Тут у меня мамусик и ежечка. Пойдемте. Так, вот мы выходим и пошли по улице. Вот уже горят лампочки сверху, потому что уже вечереет. Вечером будет красиво, кстати, ребята. Вот. И там уже горят лампочки. Ну вот. Вон доставка Яндекс.Еда. Мальчик в желтом поехал на велике. Вот гуляют люди с детьми. Вот эта улица пешеходная. Вот собачки в комбинезоне, в балоневом и в вязаном. И собачки. Так, здесь сладости продаются, можно зайти купить. Вот самокаты можно взять на прокат. Вот видите, все катаются. Не знаю, сколько стоит. Когда мы уезжали, по-моему, было... Ой, надо у ежика спросить, не помню. Сколько было. Это вот магазинчик такой. Тут лампочки еще не включили. Абрау Дюрсо. Написано. Все сидят, перекусывают.
Ну, тут же едят, тут же мусорка. Вот, видите, улыбнись чистому городу. Какие-то палки сверху навалены. Тут проход куда-то. Да, там тоже какая-то кафешка во дворе. Вот это, ребята, Красная, 104. Красная стрит, видите. Так, все. Пойдемте дальше. Почему не показывать? Надо все показывать. Вот, смотрите, какой подоконник. Вот, вот какой подоконник с краю. Вон окна все, непонятно в чем. Вот. Вот так. Тут все ржавое, не покрашенное. Конечно, если я иду вот так, просто показываю двор, да. Может показаться нормально. Вот, идем дальше. Мы вот идем по тротуару здесь, да? Здесь тротуары есть. А вот это вот дорога основная посредине. Вот там попозже вот эти вот, видите, гирлянды, круги сверху, они будут огоньки гореть. Вот.